Добрый день, ребята! Меня зовут Вера, и я рада всех приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео речь у нас пойдет об улитках. Как можно вырастить раннюю рассаду, опередить немножечко время, чтобы нам, как говорится, быть с ранним урожаем. На помощь нам приходят улитки. Самокрутки, улитки, все, что хотите, мы можем вырастить компактно на наших подоконничках. Потому что, как у девочек в городских квартирах, я тоже жила в городе, места для рассады у нас, конечно, мало. И нам вот в этом случае может прийти на помощь обыкновенные самокруточки, улиточки. Девчонки, берите на заметку. Шикарные, вот особенно улиточки. Обратите внимание, рассада в улитках замечательная, девчонки. Просто великолепная. Она и крепенькая. И я говорю, мы опережаем время на 2-3 недели. Мы можем вырастить у себя дома вот такую шикарную рассаду, привезти на дачу и высадить ее в наши теплички. Если нет у девочек теплички, пожалуйста, в парничочке. Вот. Может быть, кому-то из девчонок и пригодится, как говорится, вот такой шикарный метод, девчонки. Я не умничаю, я просто делюсь тем, что сама пробовала, сама когда-то это увидела и применяла у себя. И, как говорится, я оставалась весьма довольной. Конечно, девчонки, в самокруточках, когда мы что-то высаживаем, типа кукурузки, там фасоли, но это через 2 недельки обязательно нужно высадить в грунт. А в самокруточках, девчонки, поливайте, и она будет расти и расти. Как говорится, раскрутили, добавили сверху опять слой, как говорится, земельки. И она у нас может еще дольше и дольше стоять. И, как говорится, рассада будет ничем не хуже той, которую мы можем вот сейчас высаживать в наших тепличках под укрытие, то есть в парничках. Она будет намного лучше и намного крепче. Также ее можно закаливать, девчонки. Открывайте окошечко, вот вам и закаливание, пожалуйста. И я говорю, вы будете, девчонки, всегда-всегда с рассадой, с ранней. Не надо бегать у бабулек покупать дорогущую рассаду. Вот, 3 секундочки с одной пачечки у вас получается на огромную большую грядочку рассады. Что свеклы, что капусты. Любую, девчонки, не бегайте, не тратьте вот эти огромные деньги. Вы сами знаете, сколько стоит корешок там за 10 штук этой рассады. А так насадили, вот как у меня свеколки, я насажу сейчас в тепличку полным-полно, как говорится, своей свеколочки. Понимаете, девчонки? И я буду с ранней свеклой... Ой, хочу оторвать никак. Вот. И я буду с ранней свеколочкой. Ой, хотела показать. Видите, великолепная корневая система, шикарная рассада. Берете, девчоночки, ложечку золы рассыпали, луночку сделали. Это я говорю про посадочку уже. Ой, перепрыгнула. Берете и кончик прищипните обязательно. Тогда ваша свеколка будет крупная, понимаете? И вот таким способом, когда мы ее садим рассадой, девчонки, она намного лучше, эта свекла. Вот обратите на такое внимание, когда мы насажали там, как говорится, полную гряду, потом мы все равно ее вот, ну, выдергиваем, прореживаем, да. Эту вот свеколочку, как говорится, не выкидывайте, а садите ее отдельно. И обратите потом внимание, где будет лучше и крупнее свекла. Конечно, ту, которую вы посадили вот рассадкой. То есть даже если вы там с грядочки ее и посадили, то у вас вот эта свекла будет намного крупнее той, которую вы насадили в большую гряду. Ой, что-то, девчонки, наговорила, не знаю, поняли вы или нет. Вот, короче, рассадой, когда мы сажаем, я хочу вот об этом, наверное, сказать, никак не могу сказать, вот он сам оторвался, и намного будет лучше. Вот, рассадой сажать намного лучше, потому что тогда свеколка будет у вас крупная и порадует вас.
Вот, знаете, как я буду сажать? Я в этом году буду все сажать как смешанными. Вот, посажу одну свеколку, один лучок, одну свеколку, один лучок. Девчонки, в этом году я как-то вот тупанула немножко, поздновато посадила укроп. А то я еще также рассадкой высаживаю и укроп. Очень хороший укроп, аллигатор, девчонки. Может быть, кому-то пригодится. Он кустистый, очень хороший, девчонки. В общем, я делюсь тем, что я знаю, девочки. Ни перед кем, как говорится, мы не выпендриваемся. Знаю, делюсь, не знаю, у кого-нибудь спрошу, девчонки. Ну, все. Также можно... О, девчоночки, давайте-ка, а то я все это... Покажу вам капусту, рассаду. О, чуть не забыла. Девчонки, также можете капусточку свою. Вот, видите? Ой, все, земля. Видите, шикарная. Девчонки, также можете капусту... Ой, зацепилась. Привезли на дачу. Вот, можете ее сразу же высадить в 5-литровые... Вот такая вот. Под 5-литровые бутыли. Обрезали и под 5-литрушки. Все, девчонки, и вы будете то же самое с рассадкой. В луночку я вам сейчас тоже под 5-литрушки по несколько штук их высажу. И потом уже вот эту я, то есть из-под 5-литрушечек высажу на улицу. Вот, и в то же время высажу, вот у меня есть... стаканчики, которые я делала из полиэтиленовых пакетиков, и сюда высажу, девчонки. И у меня уже грядочка посередине, я ее уже посадила. Девчонки, да, я уже посадила ранние помидорчики. Вот сейчас туда под укрытие и свою капустку поставлю. Ну вот так, девчонки, может быть кому-то и это все... Ой, хотела еще показать. Вот, кому-то еще и пригодится. Кто-то возьмет из девчонок моих на заметочку. Вот смотрите, шикарная, просто великолепная. Видите, какая у нее корневая система. Шикарная, девчонки, капуста. Так что, если буду кому-то полезна, мне будет это очень-очень приятно. Все, мои хорошие, забегайте ко мне на канал, ставьте лайки, дизлайки. С вами была Вера. Всех вас хорошими урожаями. Всех вас люблю. Пока. Пока-пока. Вот, девчонки. А? Полюбуемся еще прям немножечко. Ну, разве это не красота? Ну, скажите мне, что это плохо. Не поверю никому и никогда. Рассада великолепная. Пока-пока-пока.